Стихийная торговля на улицах города – это одно из самых частых нарушений среди предпринимателей. Такая торговля портит внешний вид города, так как она часто происходит в непредназначенных для этого местах, создавая беспорядок и захламление. Кроме того, торговые точки могут быть установлены без учета архитектурных особенностей и эстетики городского пространства, что нарушает гармоничное восприятие городской среды. Общественники Тюмени часто сталкиваются с подобным явлением. Мы находимся на остановочном комплексе по улице Широтная. За мной находится вот как раз остановка и пешеходный переход. В данном месте происходит стихийная торговля. Сейчас пойдем посмотрим. Прямо у трассы. Здравствуйте! Вы почему прямо на остановочном комплексе торговлю осуществляете? Торговля на остановочном комплексе запрещена законом прежде всего потому, что это противоречит правилам соблюдения благоустройства территории. В целом, для законной торговли на улице или в парке предприниматель должен арендовать место у городской администрации, которое включено в схему нестационарных торговых объектов. Чтобы торговать продукцией собственного производства, можно оформить самозанятость. Чтобы продавать чужие товары, нужно открыть ИП. Стихийная торговля в неположенных местах может повлечь штраф, размер которого прописан в местном законе об административных правонарушениях. У вас есть документы с собой? Здесь. Какие? Вас штрафуют, потому что вы в неположенном месте. Ну, сейчас полицию вызывают. Не, уходить вам смысла нету, сейчас все равно все изымут. На этот раз изымут уже, хорош вам уже. Сколько раз штрафы писали? Штрафуют, мы уходим. Ну так идите на рынок, торгуйте. Вы почему город-то вот в таком состоянии, наш город делаете? Торгуете где попало. Кому-то это вообще вот, допустим, неприятно. Я понимаю, что вам нужна прибыль, там, заработок, но поймите правильно, что это незаконно. Если вы стали свидетелем противоправных действий или нарушены ваши права, напишите об этом в бесплатное анонимное приложение «Народный контроль», и мы поможем решить проблему. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал.